Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня интернет-магазин «Питайки» попросил меня рассказать про пишню, которую можно приобрести на их сайте. Вот сейчас мы ее повнимательнее рассмотрим. Значит, она поставляется в удобном чехле, который можно положить в рюкзак. Вот, состоит она из трех частей. Деревянная ручка с удобными утолщениями, чтобы она не скользила в руках. Два ключа для сборки пишни, для того, чтобы ее можно было удобно и прочно затянуть. Вот резьбовое соединение. Рабочая часть сделана в виде ласточкиного хвоста, что удобно заталкивать куски льда под лед. Не выскальзывает, немного можно поворачивать. То есть вот эта вот конструкция, ну, наиболее, наверное, удобная, на мой взгляд. Вот, и она позволяет легко сделать отверстие во льду и управлять льдинами. Легко и быстро собирается, удобно в работе, длина. Все сделано для того, чтобы можно было удобно работать с этой пишней. Вот, в принципе, все. Рабочую часть можно открутить, болты снять, заточить, если необходимо. Сталь достаточно качественная. Ящик закрывает острые кромки. Тоже легко разбирается. Ну, в общем-то, хорошая, удобная вещь, которая всегда может пригодиться в рыбалочке. На этом видеообзор закончен. Спасибо за внимание.